Доброго времени суток всем любителям игры Hitman. Итак, сейчас мы находимся в сельском баре, и нам надо будет немножко оживить эту атмосферу. Какого хрена? Чего ищешь, придурок? Неприятности? Ох, вот это да! Ах ты, сукин ты сын! Ох, как Майк Тайсон в лучшие годы. Ты кого назвал недоноском? Да, по-моему, сейчас нехилая драка будет. Так, ну ладно. Мы немного отвлекли, в общем-то, охранников. Так, дальше мы лезем в вентиляцию. И сейчас мы в этой комнате найдем улику. Так, вот тут можно взять дробовичок и вынести его с уровня. Так, вот тут в зале куча дерущихся. Если вы хотите подраться, можете идти в самую гущу в драке. Если же не хотите драться, просто обходите. Так, куча народу тут. Так, ну зачем все-таки драться с идиотами? Зачем им доказывать что-то? Мы и так знаем, что мы достаточно хороши. Вот козлина, решил все-таки до меня домахаться. Ладно, сейчас мы ему дадим достойный отпор. О, отлично. Так, наконец-то мы пришли к бармену. Сейчас мы у него спросим, где же Ленни? Так, бармен уже испугался. Чувак, я тут работаю. Не убивай, я просто тут работаю. Парикмахерская. Ежедневно, ровно в 12. Так, отлично. Эй, амиго, как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае, зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Так, ну давайте-ка посмотрим, что мы получили. Так, тень, супер.